Слава нашему Господу за Его победу! Я приветствую вас вновь, дорогие друзья, еще раз в нашей студии. Приветствую вас. И моя прекрасная доченька Полина, она тоже хочет вас поприветствовать. Здравствуйте, еще раз приветствую вас. Я очень рада быть сегодня здесь и вместе порассуждать на интересную тему. Наше желание сегодня поговорить о силе слов. Мы вот такое удивительное Божье творение, что мы отличаемся от всего животного мира, конечно, многими факторами, но один из важных факторов – это наши слова. Человек осмысливает и говорит что-то, а иногда не осмысливает и говорит что-то, и эти слова, они производят действие. Поэтому Писание очень много говорит о силе слов, и мы были созданы по образу и подобию Бога, и Бог творил весь мир словом. И он только говорил, и все происходило. Поэтому эту способность имеем также и мы. Когда мы что-то говорим, эти слова, они производят действие. Да. Они производят либо созидательное действие, либо разрушительное действие. И Слово Божие нам много говорит об этом. И, например, есть одно место Писания. Вообще, Полина, эта тема интересна, как ты думаешь? Для меня сейчас она особо интересная и очень насущная. В принципе, она и всегда была такой, да, мы всегда должны следить и как-то контролировать себя, и эта тема всегда очень щепетильная, потому что иногда бывает не получается контролировать свои слова, эмоции и чувства, и это все выплескивается наружу, как поток, да, какой-то, и происходит то, что не должно было происходить, поэтому это... И сегодня, и завтра, и в 70 лет будет актуальной темой, и всегда нужно быть наготове, начеку, чтобы это вошло в привычку, на какой-то более высокий уровень, как правильно разговаривать, как правильно мыслить, и поэтому мы сегодня здесь. Очень много-много зависит от того, что нам говорили в детстве, и это прямо откладывается в нашу жизнь, на всю жизнь. Что мы говорим детям, что мы говорим друг другу, что мы говорим нашим супругам, или супруги говорят своим женам. А иногда нам кажется, да я просто так сказал, но иногда просто так сказанное слово, оно может... просто бурю вызвать, я просто так сказал, да я ничего за этим не имел в виду, а произошла целая буря, и мы потом удивляемся, почему, потому что все-таки слова, они имеют огромное значение, и я вспоминаю сразу, знаете, такое ключевое место Писания, которое вообще все, наверное, христиане знают его, оно написано в притчах, 18 главе, с 21 стиха. Вообще, притча – это книга мудрости. Соломон написал ее, это был человек наимудрейший. Мы знаем, что вместо богатства, вместо каких-то успехов он попросил у Бога мудрости, когда вступал на престол, и Бог его благословил. И мы видим результат этого, его мудрость. И вот он делится мудростью, и он говорит, смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Да. Смерть и жизнь во власти языка. То есть даже смерть во власти языка, даже жизнь во власти языка. И есть плоды, которые человек может вкушать, когда что он любит. Он будет вкушать либо плоды смерти, либо плоды жизни, да. В зависимости от языка. Итак, мы с вами отталкиваемся от Священного Писания. И давайте поговорим. Я думаю, каждый человек согласится, что слова имеют силу. Абсолютно, да. И вот я иногда, знаете, вот в моей жизни до сих пор меня ведут слова, которые были сказаны мамой в мою жизнь. Она много говорила хороших слов, она очень много меня мотивировала, очень много меня вдохновляла. У меня очень замечательная мама, и папа замечательный был, но он уже в вечности. И они всегда старались мотивировать меня к лучшему. Папа меня всегда мотивировал к учебе, чтобы я хорошо училась. Он мне рассказывал примеры людей, которые работали, он работал в строительной компании, и рядом он видел людей разных, люди, которые выполняли черновую работу, и люди, которые сидели в офисах. И он говорил, доченька, учись, чтобы тебе не выполнять черновую работу, а сидеть в офисе. Он мне всегда такое сравнение приводил. А мама мне говорила, когда я сталкивалась с какими-то трудностями в жизни, и я боялась за что-то браться, я говорила, ой, у меня это не получится, я не смогу понять эту химию, я там не смогу это сделать, что-то научиться там готовить какое-то блюдо или еще что-то. Она мне говорила, доченька, слонов
танцевать учат, и медведей на велосипеде кататься. И они это могут делать. Ты тем более, у тебя получится, ты сможешь. Классно. И эти слова, они до сих пор, они у меня в голове, когда я сталкиваюсь с чем-то, что мне надо чему-то научиться, я думаю, о, у меня не получится. Mm-hmm. И эти слова мамины, они как будто звучат до в моих пор, ушах. Да. Может, у тебя есть какой-нибудь из твоего детства? Да, у меня тоже есть очень классный пример. Меня воспитывала мама в основном, и мы с мамой очень близки, и сейчас тоже. И она в детстве, естественно, мне старалась привить вот храбрость, привить, ну, какую-то мужественность тоже в каком-то плане, да, и когда у меня что-то не получалось или нужно было принять какое-то серьезное решение, детское серьезное решение, она мне всегда называла: ты солдатик, давай, иди вперед, ты мой солдатик. Просыпалась: вставай, нас ждут великие дела, давай, мой солдатик. И вот эта фраза: вставай, нас ждут великие дела, и ты солдатик, они у меня вот до сих пор где-то внутри еще сидят, и я их воспринимаю как то, что я победитель, у меня все получится, мама в меня верит, у меня есть Господь, у меня есть семья, и все это вокруг меня создает атмосферу победы уже с самого утра. И вот то, что она тогда еще заложила в меня, сейчас это мне очень сильно помогает тоже. Я думаю, дорогие друзья, в вашей жизни наверняка были люди, которые тоже что-то говорили в вашу жизнь. И вот плохие вещи, которые говорили в нашу жизнь, нам нужно забыть, оставить, похоронить. А хорошие вещи, их сохранять в памяти. И вот в этот момент, для того, чтобы наполниться хорошими словами, нам и нужно обратиться к Слову Божьему. Да. Потому что Слово Божье, оно учит нас, какие слова нам важно говорить, а какие слова нам не нужно говорить. Потому что, ну, например, для меня одним из ключевых мест Писания, Полин, является место из послания Иакова. Угу. Из послания Иакова. Вообще он там, кстати, очень много говорит о языке, о силе слов, что язык вообще делает, но для меня важно, это как бы он рассказывает как о механизме, но для меня важны последствия, да, и вот есть первая глава послания Иакова, первая глава, 19 стих, и он делает такое заключение: «Братья мои возлюбленные», и сестры тоже, конечно же, «всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова и медленно гнев». Вау! Я когда Библию стала читать, изучать, мне эти слова, они как будто вписались в меня, тоже залегли в меня. Я думаю, вау, здесь сокрыт, здесь есть какой-то секрет, тут для всякого человека написано: будь скор на слышание. То есть, ну, будь наблюдателен, что тебе говорят, умей слушать. Я так для себя это поняла, что скор на слышание, то есть слушай, что тебе говорят, но будь медлен на реакцию, на ответную. Да, да. Медленно слова, то есть не сразу, хотя у меня такая была привычка, я иногда могла ляпнуть сразу, вот у меня эмоция первая приходит на слова, которые мне говорят, я могла в ответ сказать что-то резко, быстро, и вот это слово, оно стало учить меня, Дух Святой нас через слово учит, и это мне так помогло, чтобы я, прежде чем что-то сказать, я лучше остановлюсь, задержусь, особенно это если реакция, ну, на что-то негативное. И потому что на негативное хочется сразу ответить негативным или ткнуть человека во что-то в его плохое, да? А тут вот это слово, оно стало помогать мне, и я стала останавливаться перед тем, как отреагировать на какое-то, на замечание, или на какое-то обличение, или на что-то негативное, что было сказано в мой адрес. Да. У меня тоже такое было, и сейчас тоже бывает, когда мне что-то говорят, и сразу хочется в ответ этот пинг-понг тоже запустить, шарик в обратную сторону, эти слова, слова, слова. И вот тут есть одно описание: «От плода уст человека наполняется чрево его, произведением уст своих он насыщается». И ко мне только что... какое место? Это притчи, глава 18, 20 стих.
можно вывести на экран это место, притчи 18:20. Да. Угу. От плода уст человека наполняется чрево его, произведением уст своих он насыщается. Ко мне только что пришла эта мысль, что Господь, Он художник, Он сотворил эту землю. И точно так же Он создал нас по Его образу. Значит, и мы тоже как художники, мы как артисты, и мы своими словами творим, так сказать, невидимое вот это произведение искусства. Uh-huh. И то, что ты сотворишь, то и оно и проявится в твою жизнь и станет явью. И здесь и говорится, что именно от плода уст, то есть то, что ты выразил, то, что ты сказал, то, что уже вышло из твоих уст, это и этим ты им наполняешь себя внутри. То есть не то, что ты даже подумал, да, а то, что уже ты сказал, это еще больше имеет силу в твоей жизни. Произведением уст своих он насыщается. То есть то, что ты производишь, то тебя и насыщает. То, что ты говоришь, тем ты и будешь сам наполнен изнутри. То и будет выражаться еще и еще и еще больше, культивироваться в твою жизнь. Да, вот. Здорово. Я думаю, что еще, знаешь, Полин, иногда нужно говорить слова самому себе, вот в чем-то, в каких-то обстоятельствах, когда может прийти, например, уныние, депрессия, разочарование в каком-то несостоявшемся деле или что-то планировала, оно не состоялось. И очень важно иногда даже самому себе вслух сказать какие-то слова, что это, ну, да. Я вспомнила случай, когда я начала только проповедовать в церкви. Uh-huh. Я была долгое время мамой, которая сидела с детьми, и я ходила, конечно, в церковь я ходила, но я не проповедовала. И вот надо было выйти на сцену, нужно было проповедовать, делиться словом, и начиналось все с малого. И, конечно, я очень сильно переживала, тряслась вся, у меня коленки подкашивались. И когда я же слышала это учение об исповедании о правильном, и я сказала, стала себе говорить, у тебя все получится. И перед тем, как начать выходить на служение, я себе это говорила минут 20-30. Я говорю, ты сможешь, у тебя получится, ты сможешь, у тебя получится, ты не боишься, Лариса, ты не боишься, у тебя получится, ты сможешь. И когда вот первые 5 минут, 10 минут ничего не происходило в моем сердце, у меня также был страх. Потом, когда я говорила это больше, больше, дольше, дольше, пух, у меня приходила уверенность, смелость, дерзновение. И тогда она действительно выходила и смело говорили. Мне говорили, о, как ты сегодня смело говорила. Mm-hmm. Да. И вот очень важно себе прямо вслух иногда вот такие вещи говорить. Многие люди, они уже поняли эту силу слов и силу того, что мы говорим и производим, и даже делают тренинги, лидерские какие-то семинары проводят, собирают толпы людей и говорят, говорите себе вот так, говорите на себя так, говорите, что вы лидер, что вы богатый, что вы счастливый. А на самом деле весь тренинг, весь семинар уже есть здесь, и Господь это дал нам бесплатно, Он сказал, что вы победители, вы мой род, вы мое творение, вы мои дети, я вас люблю. И нам не нужно уже платить деньги за какие-то семинары, которые сказали просто люди, а не Бог. И да. У нас уже есть вся эта мудрость, и все здесь. Вообще потрясающе. А те слова, которые мы говорим себе, потом слова, которые мы говорим, например, детям нашим или нашим мужьям, эти слова тоже имеют влияние на наших близких. Да. Я думаю, что женщина, вот она имеет вот эту силу, как Писание говорит, мудрая жена устроит свой дом, а глупая его разорит своими руками. И мудрая жена умеет правильно сказать слово. Ну и мудрый муж тоже. Я не хочу только сейчас в одни ворота играть, но как бы отталкиваясь от своего опыта, могу подтвердить. И в притчах, это место тоже можно вывести на экран, в 15 главе, 23 стих говорит нам такие слова. «Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя». Очень важно, дорогие, очень хорошо, очень приятно, Бог говорил, о, весьма хорошо, когда сотворил землю, и как хорошо слово вовремя. Иногда мы торопимся и можем что-то не впопад говорить или просто доказывать свое мнение,
Но если мы научимся вот этому принципу «хорошо слово вовремя», то есть важно еще, Полин, я обратила внимание, что вот в жизненном опыте, что ну, иногда, да, можно говорить хорошие слова, но еще важно сказать вовремя хорошее слово. И здесь действительно Господь, вот, Господу иногда молюсь так, говорю, Господь, помоги, помоги, подскажи, что сказать, вот, вот в какой момент это сказать. И действительно, иногда, когда мы произносим слова, очень важно в правильный момент произнести это правильное слово. Да. И тогда оно будет хорошо. В силе. А радость человеку в ответе уст его. То есть человек находит радость, удовлетворение, когда его слова попадают в точку, в десятку. Это радость производит. Это производит благословенную, хорошую атмосферу вокруг, когда мы говорим такие слова. Ты, может быть, ты прочитаешь вот эту вот выдержку, если хочешь. Там очень интересная выдержка из книги о силе. Да, мысли. Есть очень хороший, так скажем, эпиграф к сегодняшней теме. Следи за своими мыслями, потому что они становятся словами. Следи за своими словами, потому что они становятся делами. Следи за своими делами, потому что они превращаются в привычку. Следи за своими привычками, потому что они формируют характер. Следи за своим характером, потому что от него зависит вся твоя судьба. Да, вау, потрясающий. Автор неизвестен, да? Да. Потрясающие такие мудрые слова. И поэтому, дорогие, что мы говорим? Что мы говорим нашим родным, близким? Что мы говорим нашим детям? Я, когда мои дети были маленькие, я читала много книг, чтобы узнать, как правильно их воспитывать, и что нужно им говорить, и что им не говорить. Угу. И некоторые книги действительно мне помогли. Есть даже один из способов, вот есть книга известная, Гарри Чемпл, по-моему, написал, «Пять языков любви». Да. И один из способов – это говорить, по-моему, там один из методов выражения любви. Разговор. Да, слова поощрения. Да. То есть слова вдохновения. Вот эти слова, кстати, слова поощрения – это очень важные слова, они нужны всем людям. И если вы кому-то делаете комплимент, вы никогда не ошибетесь. Да. Вот это, наверное, никогда не помешает. Это не только для девушек нужно, но и для мужчин, и для всех людей любого возраста. Всем приятно, когда их хвалят, когда чем чаще говоришь имя человека, тем более ему это приятно, и знак внимания. Или когда ты даже ничего не говоришь, но слушаешь и задаешь вопросы, это тоже работает. Тоже человеку приятно, что его ценят, что его слушают, что ему дают свободу высказаться. Я заметила в своей семейной практике такую вещь, что слова поощрения, они очень сильно работают. Например, моему супругу очень нравится, и, кстати, Гарри Чемпл об этом пишет, что говорите слова поощрения, это значит восхищайтесь человеком, когда вы видите, что он что-то сделал, пусть это будет маленькое, незначительное, но обратите на это внимание, знак благодарности. Например, жена просит мужа, вынеси мусор. Ну, и как бы кажется, ну, вынести мусор или что-то сделать, это такое обычное. Это такое обычное. И, ну, само собой разумеется, что на это обращать внимание. Но на самом деле, если мы обратим на это внимание и скажем, спасибо, дорогой, ты вынес мусор, это будет большим вдохновением для него. Вообще, вот это вот надо всегда проверять, какие слова они влияют на человека позитивно, если они производят в нем желание что-то сделать, то есть стимулируют его, или эти слова приводят его в состояние покоя, удовлетворения, мира, радости. Вот все это мы живем на этой земле, все мы это как бы постигаем. Да. И в семейных отношениях это новый этап в нашей жизни, в вашей жизни, хоть вы живете 2 года, но это все равно новый этап. Мы живем 25 лет, Полина. Вау. И для меня это тоже новые этапы.
Иногда я... Неужели это до сих пор вот так же все важно? Все так же важно. Если, казалось, уже мы все друг друга знаем, притерлись. Нет, как только вот это вот начинает угасать, мы перестаем говорить друг другу комплименты, мы перестаем друг другом восхищаться, думаем, мы уже притерлись, мы уже такие вот все уже свои в доску, да там уже все с одного взгляда понимаем. Нет, нет, надо продолжать это делать. Чтобы, если вы хотите, чтобы в вашей семье была хорошая атмосфера и процветали дальше ваши чувства и эмоции, настраивались на правильную волну, нужно продолжать говорить комплименты, восхищаться какими-то достижениями, какими-то подвигами, какими-то действиями, мудростью проявленной, находить какие-то вещи, которые будут также находить хорошие победные вещи в жизни ближнего своего, в жизни детей, в жизни мужа. Даже дети мои выросли уже. В детстве, да, нужно было их мотивировать, стимулировать, говорить им. А сейчас, когда они выросли, то же самое нужно продолжать делать, все так же говорить позитивные, вдохновляющие, восхитительные благодарности слова. Спасибо, что ты это сделал, спасибо, что ты мне там позвонил. Мне это радостно, благодарна, я рада слышать голос твой. Я вот иногда с детьми разговариваю, я говорю, я рада слышать твой голос. То есть не забывайте об этих простых фактах, что они приносят благословение для всей атмосферы в доме. Да, я заметила, что в семье это очень сложно делать самой. То есть я понимаю, что нужно всегда быть вот в какой-то степени себя контролировать, дисциплинировать, да, держать в рамках каких-то эмоций, слов, но самой это очень сложно делать, всегда контролировать, что же я говорю, что же я не говорю. И, допустим, я хочу сказать спасибо, или я хочу выразить благодарность, или похвалить моего мужа за то, какой он молодец в той сфере, да, и бывает, что я сама этого не нахожу, но когда я молюсь, Господь мне открывает его лучшую сторону. Я даже об этом могла не просить, но у меня это было, что он мне сам показывает, посмотри, какой у тебя муж, посмотри, а ведь он в этом так хорош. И это ко мне приходило просто как откровение, и это было для меня вот как елей такого помазания, что я молюсь за мужа, и Господь мне показывает, какой муж мой чудесный. И я потом могу сказать мужу, смотри, у тебя вот это вот так вот получилось классно, ты вот такой вот. И я вижу, как для него это как свежая вода. То есть для нас, и это не было моим откровением, это мне Господь просто подсказал, что смотри, какой у тебя классный он. И то есть всегда самой контролировать все это невозможно. Что же я сказала? Я это не сказала. Это просто стресс будет. Но Господь убирает этот стресс, и Он позволяет нам жить вот в этой свободе реальной, что это не напрягает нас уже. Вот слово такое, слово не такое. Так, что мне сейчас сказать ему? Нет, лучше этого не буду говорить, да? Но приходит какое-то спокойствие, мир Божий и реальное благословение через какие-то маленькие, но очень весомые слова. Вот, и для меня за эти 2 года я уже чуть-чуть как-то научилась чувствовать иногда, что лучше я помолюсь пойду, чем я сейчас буду вот напрягаться и еще больше в это все углубляться и анализировать. Но Господь реально каждый раз дает эту свободу, вот, как свежая вода, и все. Да, очень интересное откровение, слава Богу. Здорово, действительно, Господь, Он ведет, Он направляет, Он помогает видеть что-то, что мы не видим. Когда мы обращаемся к Нему, очень хорошее ты нам на такое слово сказала сейчас, Полин, что Господь, да, Он нас ведет, Он нам помогает. И вот есть такое место Писания, тоже очень классное, знаете, я даже думаю, что на этом месте, которое открыл для нас Соломон, люди построили несколько пословиц. Ну, вот мы прочитаем из 25 главы притчи, 25.15, можно вывести это на экран. «Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость». Mm-hmm. Хороший текст. «Кротостью склоняется к милости вельможа».
кротостью. Мы о кротости делали серию передач «Гордость, кротость». Кротость, когда человек кротко ведет себя, даже в присутствии буйного, очень жесткого начальника, он находит милость. В моей жизни были такие практики, когда я работала в одной компании, и у нас был очень жесткий начальник. И что интересно, что Бог давал мудрости, как с ней разговаривать, и она всегда ко мне хорошо относилась. А другие сотрудники от него, от этого начальника стенали. И всегда говорили: ой, у нас такой плохой начальник. А Бог вот давал такую благодать, потому что, ну, вот это место Писания работало. И мягкий язык переламывает кость. Вот мы говорим о речи, мы говорим о слове, о языке. Интересное сравнение. Мягкий язык. Язык, он действительно мягкий. Вот если взять в теле, он мягкий, это одна мышца. А кость – это кость. На ней держится скелет. Это опора, наша основа. Но мягкий язык, он может сломать кость. Вот в реальности это никак не выглядит, да? Но это в переносном смысле мягкий язык. Да. То есть, когда наши слова, они мягкие, они кроткие, нежные, они могут вот эту суровость, жесткость сломать в человеке. Да. И я думаю, что это очень хорошо применимо на практике, что в семейной жизни, что в жизни, когда если вы работаете где-то на кого-то, у вас есть начальник, у вас есть соседи, и иногда есть вопросы, связанные с решением каких-то связанных с соседями, с друзьями. И наверняка замечали, что когда резко говоришь, то встречаешь сопротивление, сразу вырастает бетонная стена. Но когда говоришь мягко, то тогда действительно сердце человека, оно не обороняется, а оно раз и становится податливым, и человек как будто вот эта кость, вот эта жесткость, она раз и сокрушается. Да. Да, у меня тоже был такой случай, когда я пришла в крупную компанию, и там была молодая девушка, она года на два старше меня, я ей явно не понравилась, и вообще ей многие кто не нравился, и она про многие говорила плохо, и она говорила именно слова маты, то есть скверные слова абсолютно, даже которые не относились к людям, но она просто это все из себя говорила, и постоянно в эмоциях, и впадала в это, и всем становилось плохо от этого в коллективе. И вот через год назначили ее моей начальницей личной. Я тогда чуть-чуть так поджалась от страха, как же я буду с ней вообще работать, когда она меня не переносит вообще. И она знает, что я христианка, и она говорит: ты тут не показывай, пожалуйста, свои вот эти христианские штучки. Мы как бы серьезная компания, не нужно тут. Ну, и я начала как-то ей делать комплименты, начала по-дружески с ней как-то общаться, и через год нас назначили как лучшая команда этого года. Мы сработались, у нас все получилось, мы сдружились, она по-другому стала на меня смотреть, и она уже не говорила, естественно, таких слов за моей спиной, и вообще, если она что-то говорила, она извинялась. Ой, Полина, извини, что я сказала. Извини, что я проматерилась. И получается, что мы несем свет, и когда люди видят свет, они автоматически уважают это, они уважают, и это становится авторитетом, потому что свет в нас, он по-любому, он лучше тьмы, он сильнее, это несет, как бы, и их освещает, и нас изнутри, и вся атмосфера вокруг изменяется. Потрясающе. Когда вот мы с вами действительно живем в таком мире, в таком обществе, где люди не стыдятся высказывать, допустим, какие-то свои прямые мнения, а иногда даже выражаются нецензурно, мягко говоря, да? Нецензурно выражаются в нашем присутствии. И вот Полина сейчас рассказала этот пример, что как себя вести, как помочь, ну или не помочь, а вообще как быть в этой ситуации. Это одна сторона, когда кто-то рядом произносит эти слова негодные. И вот твой пример, я вспомнила свидетельство одного брата, он тоже работал в крупной компании и работал в офисе, там была группа большая людей, и люди, что меня удивило, потому что я не работала в таких вот компаниях, в таком окружении, хотя я работала в светских компаниях, но такого не было у нас. А он сказал, что очень много людей, которые сквернословят. Да. Они что-то говорят,
у них что-то не получается, они могут высказаться нецензурной речью, бранью даже. И он говорит, когда я начал работать в этой компании, то в этом коллективе, то через некоторое время все эти люди, они перестали в его присутствии ругаться. Угу. И когда они ругались, вдруг выскакивало у них, они извинялись. И они такие, о, да-да, мы забыли, что при тебе нельзя это делать. Представляете, один человек повлиял на всю, на все окружение, на весь коллектив, в котором он находился. Это огромное имеет значение. Но есть другая сторона вопроса. А есть люди, которые обратились ко Христу вот именно из той категории, когда они были, когда для них это было нормально высказывать. И что же им делать? Да, как им теперь вот переступить этот порог? И, возможно, они уже даже не хотят это говорить, уже там сквернословить, материться, но все еще они это делают, и им самим от этого плохо. Вот как таким людям быть, как им избавиться от этого, перейти на новый уровень, да, в своих словах? Что им вообще нужно делать? Я думаю, что в первую очередь, конечно, Слово Божье, оно начинает менять наше мышление, потому что от мышления зависит. В первую очередь нужно осознать, что это грязно, это некрасиво, это погано, это мерзко. И я не хочу отделить себя внутри, сказать, это не мое, я не хочу. Я не хочу, у меня не получается, да, у меня не получается, но я этого не хочу. Поэтому у меня есть первый шаг, я начинаю молиться. Господь, помоги мне, я этого не хочу, оно срывается, оно выходит из меня. Помоги мне. И когда человек начинает молиться в этом, то Бог начинает работу Дух Святой. Я слышала свидетельство, когда очень быстро у людей это отваливалось. Когда они раз помолился, все, я больше не говорю. Да? Есть такие свидетельства? С 1 сентября все ушло. А есть люди, которые, ну, не могут, вот они пробуксовывают, у них привычка эта очень сильно вошла в них. Я думаю, что все равно не нужно сдаваться. Все равно продолжать молиться и просить Господа. Потому что без него мы не можем делать ничего. Просить его помощи и иметь это желание, что я не хочу этого делать. Вот желание человека имеет огромную силу. Угу. Да, мы не можем с чем-то справиться, но мы желаем, мы хотим. Мы хотим двигаться к этому, мы хотим знать больше Бога, мы хотим больше пребывать в Его Слове, мы хотим наполняться Его Словом. И мы об этом, нам очень важно говорить Господу, Господь, я хочу этого, я не могу, у меня не получается, но я хочу. И когда человек это знает, когда он это выделяет в своей молитве, я думаю, что придет момент победы, изменения. Да. Дух Святой все-таки это сердце очистит и освободит от этой зависимости. Да. А у меня еще есть другой вопрос. Допустим, есть такие семьи, где жена верующая или муж верующий, а другая половинка неверующая, и для них нормально сквернословить. И получается этот конфликт. Один говорит плохо всегда, другой как бы не может ничего сказать в ответ, да, потому что он уже в другом состоянии находится. И как быть в такой ситуации в доме? Как не упасть самому, да, вниз и поднять свою половинку, чтобы и он перестал это делать? Я думаю, что в первую очередь нужно сказать об этом, потому что в семье очень важно вообще, чтобы был диалог между супругами. Недомысливание, что он должен сам догадаться вынести мусор, он должен сам догадаться помыть посуду, или она должна сама догадаться приготовить завтрак. Она не догадалась. Телепатия. Он не догадался. Поэтому здесь нужно на спокойных тонах спокойно озвучить, что вы ожидаете друг от друга. Например, я говорю, дорогой, я ожидаю от тебя, я бы хотела, чтобы ты мне помог в этом и в этом. И в том числе, если мы говорим о словах, у нас остается буквально несколько минут до конца эфира, поэтому я постараюсь коротко говорить, что нужно озвучить, сказать, мне это не нравится, если ты любишь меня, уважаешь меня, пожалуйста, я прошу тебя. Я тебя люблю, я прошу тебя, чтобы ты прекратил или прекратила так выражаться. Или, ну тут можно, и не только это, не только слова, да, тут и привычки какие-то. Надо это озвучивать. И если человек сразу не изменился, не перестроился, я думаю, что нужно оставаться на этой позиции, продолжать ему говорить. Дорогой или дорогая, мне не нравится, что ты так говоришь.
ну, некоторым мужьям не нравится, что оно там с подругами зависает на телефоне или что-то там высказывает. Дорогая, мне не нравится, давай это пересмотрим. В моем присутствии ты этого делать не будешь. Хорошо? Спокойно, вежливо, договариваясь, соглашаясь. В этом есть сила семейных отношений. Как не зря молодым желают любви и согласия. Чтобы они договаривались. И для этого нам опять нужен язык, чтобы договариваться. Мы существа, которые умеем через язык выражать наши мысли. И иногда не нужно подключать к этому эмоции. Это уже следующая тема. Эмоции и слова. А сегодня тема о языке. Итак, дорогие друзья, я думаю, что вы получили что-то через этот эфир. И у вас наверняка есть своя практика, свой опыт. Но давайте будем следовать тому, чему учит нас Слово Божие. У нас есть отличный источник благословения. Источник мудрости, святости, благословения, благодати. Это Слово Божье. Поэтому будем следовать Слову Божьему. Будем жить в Божьем присутствии. У нас остается несколько минут, буквально ли минутка до конца эфира. И поэтому мы с вами будем прощаться. Полина, может быть, ты скажешь буквально 3-5 слов благословения людям. Желаю вам научиться договариваться, это то, что я для себя вынесла, научиться договариваться, любить, показывать свою любовь на словах и показывать свою любовь Богу, молиться. И я думаю, что в этом процессе договаривания, договора друг с другом, согласия, очень важно иметь терпение. Потому что иногда поговоришь с человеком, и он не сразу реагирует. Дорогие, мы очень рады, что были с вами в эфире. Я Лариса Максимова и... Я Полина Максимова. Благословений вам, мира, радости. Да пребудет с вами Господь. Прощаемся с вами. До свидания. Всем пока. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал Максим CNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.